Так, продолжим. Загрузка. То есть я могу загрузить. Как? Продолжение. Сейчас опять зависит. Нет? Странно. Так, я не могу тут посмотрел, что еще можно сделать. Так. Мне кажется, мне надо все пройти квесты. Хорошая магия, но как раз стрельность у нее маленькая, ДПС. И радиус как-то не очень контролируется из-за этого. Так. Плохо, промануло 100 сотен пешек. Вот чем вот эта идея в костле была намного эффективней, тем, что у мобов слабости всякие к элементам. Чтобы узнать слабость моба, мне нужно было просто нажать Select. Здесь, чтобы узнать моба, слабость моба, мне нужно найти дневник, противники, и найти в списке неалфавитном названий этого моба. И уже там посмотреть, что, какие у него слабости. Это уйдет все это в жопу. Просто бьем, что быстрее бьет. Это бы тоже могли сделать. Определенное окно. Если держишь кнопку, она просто появляется у тебя на экране. Там и карту можно было воткнуть. И... Как его зовут? И описание мобов. Все. Здорово. Привет, как самочувствие? О, палец лайк, лайк, говорит. Отважный парень. Едва дышит, он цепляется за жизнь. Что это? Что-то, чем можно писать? Перо Шевара, чернила сирены. А ручку сделать, конечно. Ты пошел за ним, с тобой разговариваю сейчас. Можно сделать ручку. Так, дневники, задание. Больной солдат. Больной попросил найти перо взрослого Шевара и чернила сирены. Взрослый Шевар у нас водится где-то наверху. Чернила сирены у нас есть. О-о-о-о, противники. Вот теперь вот мне надо искать. Шевар попрыгун. Шеварова муха. Вот птенец. Просто шевр есть. Из кого из них перо-то падает? Статический перо. Птенец со шевра. Жирная личинка. Шевр птенец. Нет, это даже что было-то. Птенец шевра. Мошка.
Там. Айлана, Лазурная Королева. Так, это боссы. Ладно. Идем наружу. Нет, должны быть здесь. Там вроде. Проверили. Я не помню, где эти птицы-то водились. Взрослые уже. По-моему... А, нет, не в самом начале где-то. Телепортировался сюда сразу. Дракончик все-таки самый полезный все. Просто лопнуть. О. Жестокий шевр. Ну-ка, что с него падает? Противники. Жестокий шевр. Перо шевра. Так оно у меня есть, по идее. Ну, надо попробовать пофармить. Вещи. Мясо вяленое. Перо шевра. Прочное перо взрослого шевра. Ну только... Чё им не хватает? Чернил сирены тоже есть. Ну так оно и выполненным помечено. Чё мне мозги-то не полят? Статус сдать, блин. Кому сдать-то? С меня покоцали, что-то прям неплохо. Тут мобы-то. Кто посмел?
Level up. Опять теперь и 10, нет, не 50. Как это работает? А во. Сдать. Привет, не спишь? Тебе ручку принесла. Сейчас он что-нибудь напишет нам. Спасибо, всегда, пожалуйста, как тебя зовут? Эшем. Привет, Эшем. А я Луная. Ты из какого отряда? Из 23-го. Портал охранял. Да лага, тебя что, как раз домой отправлять собирались, когда портал был захвачен, да? Решил остаться, поглазеть на местные красоты. Я постараюсь вылечить тебя поскорее. И мне тогда придется вылезти из койки, ну нет. Заня выполнил ручку. Ну. Чего мне все квесты теперь пропали? Потому что ты здесь. Напомню, что я должна тебе принести. Плазменный кристалл, понять не имею, искать. Интересно, есть ли у лохимиц вкусные рецепты? Ничего не надо. Как жизнь-то, Матикус? Ты что-нибудь выяснила? Лекарство существует? Ты ни при чем? Это уже этот, следователь решит. При чем-то, ни при чем. Ну, судья. А я пока не добрался. Да, дайте мне магазин. Так. Что я хотел улучшить? Это планет фигня. Как думаешь, что взять? Гигантский молот или пурпурный вихрь? Чё молчишь-то? Я тоже не знаю, вот я спрашиваю, что ты думаешь. Возьми Негана. Я даже не знаю, кто это, если честно. Да, какой-то утырк там из Текена. Обновление аура. Призывает щит, скрывающий от дальнего бойного оружия противника. Это классно. Серия атак увеличивает урон в ближнем бою. Одновременно повышая и получаем урон. Классно. Либо пиромана, либо бодрости взять. Вот это надо попробовать взять. Сдать украшение. Пока ничего не будем. Так. Сфера. Плазмогейзер. Огромный клинок. Мы поставим. А, нет. Вот сферы теперь пылают. Эх. Так. Там у этого черта был квест какой-то. Дневник. Задание. Вот этого, да. Чтобы приготовить бойцам еду,
Сейксу нужно 5 ножек Шевера. У меня есть нет? Я ему уже принес. Может, ты ему отдашь денег? Почему бы? Я тоже не обещал. Я не знаю, откуда вы эту бред взяли. Я сейчас пиздану, что ты мне должен 1,5 косаря. Давай, докажи, что ты мне не должен. Докажи, что ты не жираф. Так, вы чушь несете с ним вдвоем? Ну, он так сказал. Блин. Ты всему веришь, что сказать, говорят люди? Я Крэшу обещал, у него записи на стримах есть. Не знаю, ты говоришь-то сейчас. Ну, поменьше слушай людей. Знаешь, как говорят? Есть такой человек, был точнее, Жак Фреско. У него был такой пример. Вот ты идешь по психушке, и на тебя какой-то псих заорал, что-то обматюгал тебя там, твою мать оскорбил, ты что, на него полезешь драться? Скорее всего, нет, конечно, потому что ты больной человек. Так вот, больных людей за пределами больницы тоже очень много. Поэтому не надо слушать все, что говорят. Так, ну это кость давал. Что-то в этот раз не дает. Пожалуйста. Это твой личный выбор. Смотри, как бы он ничего лишнего не сказал. А то вдруг правда еще что-то окажется другое. Не, ну блин, как вот эти вместе прорубить-то все-таки? Ничего не работает. Не знаю, мало ли, что он скажет. Ну, чуть не пись квеста не дает, у него же был квест на еду. Так, дневник, задание. Вот, у меня два не выполнено. Начато. Почему вот этот черт не дает задание? А, вот. Вот что изменилось с того же, что я сбегал? Привет, я решил подменить Ромеду, а то он совсем запарился. Вот этот перевод, я понимаю. Да мне несложно приглядеть за этим парнем. Как он себя чувствует? Держится молодцом. Тело его крепко, но он не сдается. Я иногда думаю об этом и поверить не могу, что с Вилета сюда люди ей посылали. Ведь там знали про муть. Понятно, что лихимцы сбунтовались, и их не виню. Я-то сам воевать никогда не хотел, но кто ж меня спрашивал? Хорошо, нас сейчас Аристель не слышит. За такие разговорчики она бы шкуру с меня спустила. Это ж измена. Давай лучше сменим тему, ага. У нас еда опять заканчивается. Я думаю, надо раздобыть что-то посущественнее птичек-ножек. Когда я был в пещерах, видел там виверн,
опасные твари и территорию свою охраняет серьезно. Ну какие мясистые, как ты думаешь, тебе этого под силу? Да под силу, под силу, как же я к груду пройду? Три хвоста. Так, конкретно кого он сказал? Да не пиза, Таня. А вот у меня уже есть несколько штук. Хвоста медной виверны. Блин. Зачем? Я не знаю, какое у них выражение. Какие у них эмоции в этот момент. Я могу читать выражение, когда... Я не знаю, что у них там происходит. Может, он в ярости в этот момент. Так, медные виверны. Это где-то было, где-то было. Недалеко. Матекс, вспоминает, где медные виверны? Там такие дракончики, по-моему, налево. По-моему, да. Там, в пещерах. Мне в понедельник фантомное питание привезут для микрофона. Даст delivery звонили, сказали, вам удобно. Почему там весело смотреть, особенно когда там 40-летних мужиков там бомбит. О, эктоплазма. Или мне не эктоплазму просил? Ну-ка. Из кого выплата? Крис. Блин, я не знаю, сколько еще. Ну, студийный микрофон, ему нужно питание, либо очень хорошую звуковуху. А на этой, у меня этот саундбластер стоит. А... Раньше была, ну, изначально я стримил, первый стрим из этого, с встроенного Realtek. Я не, что-то не знаю, у меня не подключался микрофон, а когда я студийный микрофон купил, начал работать на ней. Вообще, по-хорошему, нужно питание отдельное для него. Вот они, товарищи. Так, подключился. Одной, какая разница, XLR это разъем там, те же три контакта. На другом конце этот мини этот, как он называется, блин, мини джек. Не странно, он сейчас включен в этот, в линейный вход в звуковуху. Ну, с микрофоном был такой, а вообще
этот XLR будет включаться в фантомное питание, в сам блок, а из блока уже будет XLR на XLR будет уходить в сам микрофон. Ну и блок, собственно, в розетку втыкаться будет на 48 вольт питания. Или на 42, я уже не помню даже. Не важно. Я не представляю, как это все работает. А хрен это какой-то там, ну, налики какая-то фирма московская торгует. Они его позавчера отправили, в понедельник уже привезут. У меня мана кончилась. Как зачем? Чтобы был звук красивый. Чтобы забыть уже про настройки раз навсегда. Я черт, меня перепрыгнул. Ну, мне кажется... Я тоже думаю, что норм звук, но... Вот... Что-то значит лучше будет, правильно? Согласись. Я смотрел много видео конкретно по этому микрофону, по другие студийные. Многие вот его берут без фантомного этого питания и... Как сказать-то? Удивляются, почему так плохо работает. Ну, там написано было, либо хорошую звуковуху, ну, я не считаю, что моя звуковуха, она такая прям уж. Это... Ты принесла хвосты виверн, гениально, слышишь? Это колокольчик сытому обенду, который все время... Все, короче, блин, как меня бесит эти диалоги здесь, это, честно говоря. Привет, Луна, я гляжу, ты прижилась тут у нас. Делаешь для лагеря много хорошего. Микро, ну как у Крэша, такой же BM-800. Помогай вам, не помогай себе. Не пытайся меня убедить, что... Эшему. Ну, пиздец. Ты помогла и из эгоизма. Мы с ним поболтали. Он немножко начал говорить. Последнее лекарство Ромеда пошло ему на пользу. Поразительно, но еще может шутить после всего, что пережил. Сперва стоял на охране портала, потом подхватил мут, застрял здесь. А что такого сложного в охране портала? В армии это самое невыгодное место. У него нет магического таланта, поэтому считается, что он хуже всех нас. Знаешь, мне всю жизнь твердили, что я лучше таких, как он, выше стою, только потому, что владею магией. И улыбка у него замечательная. Какие-то гейские нотки начинают проходить. Чё тогда? Ну и молчать буду. Может, звук микрофон вообще отключить. Можешь просто летсплей посмотреть этой игры. На этом. На YouTube. Для чего вообще-то стримить-то? Там, куда я уверен, уже давным-давно валяется. Полное прохождение с этими секретами. Полной тишине. С запасами у нас теперь порядок, благодаря тебе. Но неплохо бы разнообразить рацион, чтобы поднять все настроение. В глубинах озера водятся гигантские угри. Да, я видел. Если ты умеешь плавать, добудь мне немного мяса. Вот это будет то, что интендант прописал. Насколько большие эти... Они довольно большие, да. Не настолько... 6 человек длиной всего-то. Повезло тебе, Сейки, что я люблю непосильные задачи. На то и расчет. Так. Прям что-нибудь. Чего не говорю? Ну и что? Во-первых, я не могу плавать. Только на поверхности. Окей. Что нам теперь делать?
байки ему рассказывать. Comedy Club смотри. Ой, не туда улетел. Так. Вообще, по идее, мне нужно сюда пройти. Вот здесь два порта. Луча я отключил, и третий. Не знаю, как это делать. Что еще надо? Я не смотрю, там смотреть нечего. Там скоро до фильма жопа скатится, все шутки. Я таким, зачем? Зачем его стримить? Показать, как круто я играю в Tekken. Вон этот Dark Virgil в тишине вообще играет. Зачем? Приятно вновь видеть вас. Да-да-да, чё-то она не двигает, никаких диалогов не появилось. Что делать? Куда идти? Я понять не имею. Там я пройти не могу, потому что тут заросли. В этих местах я продвинуться не могу. Тут мне нужен ключ, которого у меня нет. Здесь тоже другие ключи нужны. Идти-то. Здесь я уже все собрал. Более таким это компетитив игра. Не нужно много времени проводить. Что это такое? Аналог мега. Ты купили себе. Нет, мы не купили себе. Дела не черви. Только если я его убью, я не смогу подобрать то, что из него падает. Так. Чем она крутая? Я не знаю, куда идти, я вот по факту просто вот, просто застрял, наверное. Почему я не могу плавать, и надо ли мне вообще это?
К этим приставкам нужен телевизор хороший. Какой патч? Вчера разве? И что изменилось теперь? Теперь играть стало намного интереснее, там разнообразные какие-то режимы появились, да? Или там новых персонажей понерфили. Какой обычный ты в этом? Ну все, игра сразу заиграла новыми красками. Куда мне идти? Я... Нельзя целую карту показать сразу. На игре у меня даже мотивации стараться нет. Ну для чего напрягаться, вообще не понимаю. Что я выиграю на отъебись, что, блин, как-то, блин, стараюсь, разница не будет. А если я проиграю, то что изменится? Удовольствие играю то, что мне нравится. Есть несколько мест здесь, в которые можно пройти, но я не понимаю, почему я туда не могу пройти. Здесь лифт почему-то не то ли не лифт, не знаю, но не опускается, в общем. Вчера играл одни козуи в онлайне. Скоро козуи так выучу, блин. Краш не играет. Более его побить не так уж сложно, мне кажется, в данное время. Учитывая, сколько он уже не играл в Tekken. Что здесь делать-то надо? Ну, сессия, да, он говорит, он диплом пишет. Ну и все, я застрял, я не знаю, куда идти, что делать мне. Квесты идти я тоже пройти не могу, потому что я не могу плавать под водой. Здесь в башне есть проход, судя по карте, но там нету ничего, но когда приходишь туда. В настоящем тоже пройти не могу, здесь нужны ключи какие-то, где взять их, я не знаю, блин. Здесь заросло травой, как ее срезать, я тоже понятия не имею. Кто-то мне советовал эту игру, замечательная игра, говорят. Почему-то мне в Кастельване ни разу не возникали вопросы, куда идти мне, как пройти, блин.
этом бесит меня одна вещь, когда здесь телепорты друг от друга очень далеко раскиданы. Бежать до них, черт и сколько. Разработчики слезали с кослы здесь все, кроме одной вещи. Это волшебный билет, который возвращал тебя на респ. Который можно было покупать. Ну зачем? Зачем нам делать игру удобной? Че вот с этой картой? Почему я не вижу, что там за углом? Почему она не прокручивается? Но если так игра сделана, что я могу поделать? Вот куда мне идти? Я понятия не имею. То, чтобы продвинуться дальше по сюжету, мне нужно открыть портал. Твой портал, ворота там. Для этого нужно изменить прошлое. Вот, вот карта сейчас прошлое, вон написано. Вот я, куда мне идти, я не, понятия не имею. Все вот неоткрытые части, это под водой. Плавать я не умею. Точнее, плаваю ее как говно, типа всплываю. Вниз я не могу уплыть. Сверху там тоже прохода нет. Куда деваться? Не знаю. Может быть, не знаю, как плыть, но игра ничего не объясняет. Она на тебя вывалила тонну сюжета непонятного, блин. С дурацкими названиями, где я часа через три узнал, что все вот эти названия, Лохиен там, как это еще, и как, откуда это там, какой-то там Вендора какая-то. Это планеты, оказывается, это не страны, которые там между собой воюют, это планеты в космосе, представляешь? Блин? И они там уничтожают целыми планетами друг друга, блин. Скажешь ты поэтому, что видишь, что это война между планетами, вот сейчас вот. То, что ты сейчас видишь. Это масштаб, война здесь может быть планетарного масштаба. Нет, конечно. Куда вот мне уйти? Вот куда я сюда прилетел? Чего мне тут делать? Погугли космос. Это вот в бригаде такой мужик такой здоровенный был. Дракоша его прижарил. Ну, нужны вы мне больно 100 лет. Вот эти же маги сопротивляются. Есть, кстати, еще игрушка, тоже Metroidvania такая, с прокачкой, только она в жанре киберпанка сделана. Это просто Deus Ex, просто Deus Ex, просто в 2D. Там это все веришь, а здесь я не знаю, что вот они, как они пытались это вообще сделать. Такое чувство, вот они вот делали какую-то, типа, кастлы игрушку, и тут... Пришел какой-то чувак, говорит, в жопу, делаем игру про космос. Но у нас, говорит, куча уже нарисованных, пофигу, делаем игру про космос.
Я у секс не говно далеко. Что сейчас дурацкий в сферу плавающий? Это за место такое. А я что-то сюда, не туда свернул. Если он там поливает. Ну, в сексе отличная атмосфера. Хорошо сделано будущее. Такое мрачное. Технологическое. Часто приходится моральный выбор делать. Почему я не могу тут пройти? Что мне надо сделать? Это похоже типа какой-то тронного что ли зала. Ну, блин, не знаю, может здесь должна быть какая-то сцена какая-нибудь. Какой Tekken? Ты не играешь, не стримишь, ну не ври, блин, вообще. Кого ты обманываешь? Одно дело, когда я не могу пройти игру из-за того, что я просто босса, например, победить не могу. А другое дело, что я не знаю просто, что делать, куда идти. И никаких намеков нету на это. Не ври, ты не играешь. Значит, ты скидывал там скриншоты с новыми рангами. Ты не скидываешь. А, ты поэтому не стримишь, да, чтобы тебя никто не знал об этом? Что ты играешь за Нигана? Если вот даже вот внизу сохранение сделали, специально сделали сохранение, не для того, чтобы сохраниться. А чтобы ты смог дальше пройти, потому что у тебя может быть не выйти энергии в это время, в момент. А там обязательно тебе надо прыгнуть будет на этого. Советника, ну-ка. Защита. Атака увеличивается, воля увеличивается. Удача. Можно, в принципе. Одеть. 2D все потеряем. Да Ниган, это сервис фанатам, блин, привлечение. Ты
так же, как и Nokia, блин. Чист фан-сервис. Гис, Акума. Уж Акумы нет, но Гис точно. Да, что там, рубашка какая-то? Вот, судя по карте, здесь можно выйти наверх. Но тут нет ничего. Так. Ильяры. Ну и что делать-то тут? Найди там какой-нибудь гайд на YouTube пока. Сколько я уже? Битый час, почти уже час уже здесь бегаю. Задание. Это... У меня нет доступа к этой башне. Давай. Пока. Заглянешь, может, еще. У меня нет доступа к башне, где можно выплыть. Этот. Кристалл из пещер. Каких пещер, блин? Мясо угря ему нужно. Где я его возьму? Деяния. Каких деяния? Оператор Нуи. Письма. И все тут испачканное письмо. Башня тут, да? Ну и разрабы. Может, так сложно было билет бы сделать людям, чтобы не бегать каждый раз до этого сохранения.
Сволок пустоты. Вот. Оказывается, есть карта. Может быть, игра не так плоха. Так. Верни, верните нормально. Надо их набрать, тихо, сколько пустоты. О-о-о-о-о. Сколько пустоты есть у меня? Угу, дофига. Плазменный кристалл, можете в пещеры, где находится портал на Вилит. Ну, по идее, вот этих чуваков нашли, они рядом с порталом на Вилит. Это внизу, ну, я не могу дальше двигаться отсюда, блин. Ну-ка. 57% открыт. Чё, осколка пустоты-то нету? Или может у ворона там, в нашем настоящем они продаются? Ну-ка давай. Движение, вещи, сколок пустоты, стоит он нормально, нет, нашел. Все, для чего это было делать, я не понимаю, почему все торгаши не могут быть одинаковые. О, какого хрена скелет, вот это, кажется, здорово загремел, что это пропуск, да, господи, ну как я, откуда я должен был это знать, а хотя бы что-то, чтобы она какую-нибудь фразу сказала бы, сделали бы, когда пропуск Б, блин, ой, блин, ребят. Вообще, у меня такое чувство было, что это костер тлеющий. Это сколько? На часа два бегал туда-сюда. Пропуск БП, по-моему, здесь, да? Точно не помню. Ну
Блин, он, по-моему, там еще наверху есть, да. На лифте. Давай езжай сюда. Даже лифт из Кастельвании. Бэдэм. Ой, как вас тут много, я тут не согласен. Исследование мути. О, ну-ка. Артефакты. Да, не артефакты. Исследование мути. Предлагаемые методы лечения мути и их эффективности. Аннотация. Муть – генетическое заболевание, проявляющееся рядом негативных симптомов, преследует жителей Лохиема более 1000 лет. В этой работе мы исследуем методы излечение данной болезни путем генной модификации. Почему генетическое, если ей можно заболеть? Плазма. Синтетической плазмой, краткосрочного воздействия плазменной радиации. Ну, в общем, я квест выполнил, да? Ага. Ай-яй-яй-яй. Какую-нибудь ауешку бы. Привет, ну что-нибудь выяснил? Какие-то способы лечения они вроде нашли. Нелл, я принесла тебе все, что удалось собрать. Надеюсь, пригодится. Но они так и не побороли муть до конца. Просто со временем она стала не такой смертоносной. Это печально. Мне очень жаль. Ты не виновата, ты сделала все, что в твоих силах. И эти записи мне обязательно пригодятся. Спасибо большое. Надеюсь, мы хоть немного поможем людям. Еще вот о чем подумал. Главные симптомы мути – это тоска, вспышки злости и все такое. Может, потому лохимцы такие агрессивные? Муть у них в крови. А что, логично, тогда это и не их вина, что они такие. Ведь они застряли тут не по своей воле. Свой выбор они все-таки сделали сами, Нелл. Но отчасти я могу их понять. Поиск лекарств. И получила за них за это болт. Привет, Нелл. Привет, Луна. И какой твои дела? Все хорошо. Я возвращался в свое время. И знаешь, все, что я тут сделал, это подействовало. Лохием изменился, Нелл. Он стал слабее. А Вилет? Там пока без изменений. Но должен быть способ. Ого. Ты, Луна, ты умеешь менять время. Это потрясающе. Да, это значит, означает, что я могу поломать Лохиему все его планы и спасти своих близких. Но если мы говорим о тысячах лет, это очень много времени. Что ты хочешь сказать? Я обязан это сделать. Конечно, просто я прошу, чтобы ты понимала об осторожности и не меняла больше, чем нужно. Я просила тебя достать из будущего лекарства и все прочее, но это могло иметь непредвиденные последствия. Убивать людей здесь и сейчас, чтобы спасти кого-то в будущем, нет, должен быть другой путь, более мирный. Я согласна, но потому я и оставила в живых Айлана. Мне кажется, это еще можно уладить мирно.
Плохие можно изменить к лучшему, даже если тебе он видится ужасным местом. Возможно, первый шаг к миру мы сделаем, если найдем лекарство от мути. Правители Лохиема привезли с Вилета плазменные бобы, источающие плазмы. Я уверен, они прячут их у себя в замке. Достанем бобы, и я... Ай, блин. Сяду за работу. Ты не зря доставила мне запись из будущего. Я сумею найти лекарство. Будет сделано. Сколько? Трех хватит. Помнишь, на ходилке там плазменные бобы какие-то. Нет, я пошел. Настоящий. Никаких бобов. И еще одно воспоминание Селены детства. Опа, сохранение. Он босс будет. Босс точно. Нет, босс. Это я. И хор. Да что такое? Поле эфир. Но это тоже место, я так понял, что и там. И оно что-то забетонировано, потому что... Зловонная виверна. Чё-то нафига на них не работает. Ну... Осколок пустоты. Тяжелая маска позволяет дышать и перемещаться под водой. Фу, это артефакт, надеюсь, не надо копировать. Ничего себе, мячиком прилетел снежок. Ой, фига себе это. Да что ж такое? Нифига себе жесткий, оказывается.
Как от них уворачиваться? Себе. Максимально песка. Что, давай из игры выбивайте. Что там надо? Ледяная сфера создает на Земле смертоносные сосульки. А посоздаем, почему бы нет. Кровавая сфера. Да, клево. Если тебя кто-то преследует, может быть, клево. Ой, блин. Лево там что было?
Как он драться? Тут у меня ничего не падает. Какое мое место? Угу. То есть это место было уже и в прошлом, да? Не должно быть сохранение. Ай, не да, потом чуточку прям. А это чему исчез? До этого не исчезали они. Оп, оп, оп. Ага. Убей его, да. Почему бы нет? Ага. Пылающая огненная сфера, смотрите. А, нельзя кидать. Так. Таких сундуков что-то дорогое. Серебряная руда, ну, возможно. Опять развилки, развилки, развилки. Противоядие. Да сколько ж можно? Идем вниз сначала, чтобы не возвращаться. Самый дешевый сервис GetWilders. Потом как-нибудь посмотрим. Блокировать. Даже аватарки ставят боты. Хотя бы боты смотрят. Так. Сохранение. Можно босс кончить будет. Я боссу давно уже не видел. Все похоже на то, но что-то все нет и нет. О, секретик. Максимальное здоровье. Это классно. И опять вправо-влево, ну. Ha ha!
Ой, ё. Чё, он не умер? Теперь три пути целых. Записка какая-то еще. Документ на юность. А наверх не подняться, да? Теперь. Или может. Надо прыгнуть. Серебряная руда. Одну кнопку. Все-таки можно называть так. Так, я в прошлом, да? Ага. Ой, опять ты. Все-таки он тоже что-то умеет. Так умерла. Что здесь все в тумане? Кристалл плазмы. Все, да, вот эту хренотень нужно было. Дневник, задание. Ага. Там, говорит, пещера, ничего себе. Пещера, блин. Мне надо было смотаться в будущее, забрать там ключ. Ну что, нет, да? Недалеко так, в пещере. Да, тут, а там сохранился, да? Так. Лифт. Есть. Окей. Чем он, кстати, круто, конечно. Но там, думаю, будет босс. Можно сделать так. Сначала я сейчас пройти. Убивать всех этих. Радио наши. Огрудник кухло. У меня уже есть. Бусинки, это хорошо. И теперь мы используем сколок пустоты. Да. Появляемся, ну, черт где. Но это не суть. Главное, что мы можем улететь сюда сразу. Level up. Ой. Mm-hmm.
кажется, все-таки разрабам не стоило углубляться в такую sci-fi тематику, там что-то в будущее. Отлично его действует атмосфера в прошлом. Такое чувство, что они сделали сначала вот это, а потом, думаю, допилили все это будущее. Да, продумал. Игра более атмосферная, а здесь и музыка здесь лучше подобрана. А тот отрезок прошлого как раз. А здесь он туда повернул, что ли? Похоже, я знаю, что сейчас случится. Это прыгну, то я упаду в ту. О, сферка еще одна. Сфера ветра. Безжалостно сечет противников сверхзвуковыми потоками ветра. Ну окей, посечем противник. Ледяная сфера попло оказалась. Где она? Сфера ветра. О, неплохо. Скорость атаки крутая. Мне нравится. Вот это понимаю. Ну все, давай вперед. Там я не допрыгну. Ой, Петька. На нем не работает ветер. А, там туда не надо. Ой, всего обливал. То есть еще можно фармить, типа, кристаллы. Это и есть утроба Асмодея. Ужас, который уничтожит Вилет, чтобы вся власть досталась Лохиэму. Так вот, это не будет. Так вот этого не будет. Что будет? Ага. Так сработало. Подожди, это портал, что ли? Вау, ни хрена себе. Ничего.
Я могу тебя убить с любой стороны. А воздух тут, я никогда не чувствовал себя так легко, так правильно. Ну, приступим. Вверх. Аккуратней. Да, так я и думал. Должна перепрыгнуть и попробовать. Что теперь? Портал исчез. Как там велет, в порядке? Даже если так, теперь все застряли здесь. Я не думаю, что это единственный портал. Мне почему-то так кажется. Зная механику игры этой, вор, должно быть еще средства. Так, как обязательно у вас. Так, исследуем то, что мы не исследовали. Надо тут прокачать, это вообще скилл будет четко. Чит в СПД. Они все лопаются. Птицы лопаются, как шарики воздушные. Перья разлетаются в разные стороны. Левел ап. Секретики всякие. Серебряная руда. Серебряная руда. Просто лежит на полу. Забываю, что сундук крестится. Ой. Что-то хорошенькое. Максаура. Серьезно. Так, где мы еще не были? Первым кольцо пиромана, кольцо кос, нафиг пиромана. Что, не умер вообще?
Макс Песка. Вот это я сам люблю. Сейчас что мало скиллом этим пользуюсь. Когда эти молнии получил, мне ничего вообще нужно не стало. Теперь еще у меня есть эта же шпага, эта ветряная. Это вообще имба. А зачем другие скиллы нужны? Лазерный лучик. Тоже отличный скилл. Меч тоже по ходу дела прокачивается. Так. Вон туда давайте телепортируемся. А, да, нам еще угря надо выбить. Тут я вспомнил, что-то я не сделал еще. Меня бьет по одному хп. Зверь просто. Мне показалось, или там было заметно, что стена ломается. Моя мана кончится. А, где-то я в знакомое место вышел. Противоядие. Восстанавливаем, так. Направо. Новый уровень. Да, блин. Что-то боты активизировались, то неделями их не видно.
Видимо, выпадет. Нет, это хренотень. Так, не понял. Минус 7% карты открыто. Послышался снизу какой-то рокот. Что произошло? Я уничтожил эту дрянь, которую хеймцы поставили охранять портал. Значит, портал свободен? Мне очень жаль, когда я уничтожил утробу, портал тоже исчез. Ясно. Значит, пути назад нет. Я... Мой там квест выполнил. Это они весьма спокойно приняли это. Это вот кристалл, что-то нужен, да, спасибо. Надеюсь, от него будет прок. Пока тебе не было, я спал, и мне снилось. Я оказался на Вилете еще до войны. И видел, как император Вол Тирилис использует мощную магию, чтобы добиться власти. Я видел, как всех, у кого был магический дар, забирали и воспитывали запертых крепостях. Почему запертых? Запретных, может. А к тем, у кого магии не было, относились как к людям второго сорта. Потом всех врагов императора собрали вместе и через портал вышвырнули в этот мир. И началась война. И все эти ужасы. А здесь я вижу, что му делает с людьми. И что? То... Это же просто сон. Не знаю, но мне кажется, я начал понимать, почему лихеймцы так злы на нас. Почему они хотят воевать. Они делают много дурного, да. Но, скажем прямо, велитийцы были ничем не лучше. Я думаю, мне стоит поговорить об этом, Ристель. Говори, конечно. Ладно, паника. Давай, давай. И что он... И что они сказали? Что это наш долг? Быть пушечным мясом. Защищать тех, кто владеет магией ценой своей жизни. То есть они сбежали через портал, прежде чем его успел захватить лохемцы. Лохемцы и вас бросили на верную смерть. Я вам не помешала? О, Луна, извини. Нет, не помешал. Эшем наконец-то слегка оклемался. Отлично. Я не уверен, что он выздоровеет до конца. У нас тут ни возможности, ни лекарств. Если ничего не найдется, не знаю, я пытаюсь чем-то помочь. Нужно лекарство получше. В моем времени наверняка что-то есть. Может, мы сумеем ему помочь.
Чё я думаю? А портал открылся? Я уже устал там одно и то же проходить, когда одни я живу. Так. Тут у нас водяных не было, по-моему, мест. Опа. What the fuck? Что это нафиг? Те же твари, только круче в нашем времени, типа. Это там из лука стрелял. Это еще какой-то плазменный, там у него какой-то арбалет какой-то энергетический. Ой, что-то взорвался прямо со мной. Имперский снайпер. Ничего себе. Ага, он. Я еще и грохнул здесь. Ну-ка, идите сюда. Ну как это называется? Куда идти? Вверх, направо. Что интересно, у меня молния прокачана. Теперь вот эти вот оружие другие вообще не имеет смысла использовать. Имена не силен решение. Даже не убивать, по идее. Дракоша добил. Несколько раз, ну-ка. Антисоветник, несколько раз. Защита реально возрастет.
Газовая маска позволяет дышать зараженным воздухом в атмосфере с низким содержанием кислорода. Что это вы вдруг? Но проблем не было. Меня дрогнуто, я чувствую. Не сейчас. Не понял. Почему до этого не все хп восстановил? Начал эту пушку прокачать. Опа, что-то выползнем. Город хаоса. Ёхта, еще круче. Древняя монета. Если сюда город хаоса поставить. Эу. Тем достаточно бы прыгнулся. Бум. Так, нет. Да он что, на все расстояние кидает, что ли? Ну. Ой, бей меня. Мозгоспрей. Блин. Чего, извините? Чего я получил? Максимальное здоровье. Что нам это понадобится? Окей, окей. Не буду больше так.
Ну, конечно. Магия кончилась. Отдыхай. Здесь телепорт. Как я угадал? Лаборатория Амадея. Думаешь, что-то получится? Мы тут говорим о путешествии во времени. Конечно, нет. А мне казалось, Генза уверен в успехе. Так уверен, что отправил туда одного из своих добровольцев. И что-то мы больше о нем не слышали. Но он считает, что теперь-то все готово. Почти. Надеюсь, только следующим добровольцем будем не мы. Ой. Блин, куда идти? Биотехнологии. Закрыто, там закрыто. Тут сохранение. Что это за зараза? Слишком намесили много всего, всякие прощай БРВС, надо будет прочитать. А ничего, серьезно. Че на меня бьет-то? Роза. И что они кидают типа в кислоту? Для чего это плющ? Иначе сначала тогда. Максимальное здоровье. Опс.
конечно, блин. Платформа не остается. Запчасти такие. Там без работы иди. Пресса. Лабораторный халат. Ничего может быть лучше, чем мое. Ну, а так увеличивает, по крайней мере. Ай. Упал, обидно. Она регенерирует на тень. Ну, не видно, что оттуда. Что там происходит. Окей. Мои пилы я бью, косы точнее. Давай, давай, восстанавливайте мне. Могли бы сразу все восстанавливать одним шариком. Какая разница, время мое тратит. Еще один. Тут у нас что это такое? Я думаю, это новая сфера, да? Сфера глаз. Око, способное пробить путь сквозь ничего не подозревающих противников. А так вот в глаз, глазом будем их убивать. А ключа у меня нету. Оп, все секретнее, все секретнее, секретней. Файл эксперимент номер 11. Ну, почитаем. Дневник нагрузки. Эксперимент номер 11. Объект демонстрирует ускоренный рост. Демонстрирует все новые паранормальные свойства. Хотя родители объекта были полностью лишены каких-либо талантов. Хотя мои коллеги считают этот эксперимент неудачным. Мы так и не смогли добиться нашей истинной цели. Я уверен, что это шаг в правильном направлении. Этот эксперимент ляжет в основу моих дальнейших исследований. Добавлю, некоторые мои коллеги, как кажется, наблюдают за моим экспериментом с некоторым омерзением. Чего-то больно-то они намутили сюжетом. Чё это такое? Ух, блин, хаос. Ладно, чего? У меня более есть действенные вооружения. А что такое? Атория Мадея. Так, друзья, тут я был, походу.
Но я справа не прошел эту карту. Ты не мог? Я просто вернулся, потому что не знал, куда идти. Все остановилось. А, ну да, я ж там что-то вырубил. Синтезатор пищи. Синтезатор пищи. Переносное устройство, создающее еду у нас из сырых ингредиентов. Квестовый, наверное. А, я карту загрузил, да? Да, я так понял. В одном из этих терминалов. Вид купил раздосадованный. А, не босс даже, просто моб какой-то. Что это? Сандалии Таларии позволяют обуздать силы телекинеза и скользить над землей. Нажмите R1, чтобы ускориться. R1. Так. А зачем? Прыгать могу дальше. Зачем? Ну да, походу. Окей, что здесь карты нету? Потому что я выключил? Нет. Ты блин. Малай. Файл из Токи. Какой-то симулятор даунлоудер какой-то. Ой, здесь уже не допрыгнуть. Попробуем. Может, если я в прыжке отпускаю бег, начинает медленно передвигаться. Даже в прыжке. Чё там такое, ну-ка. Тут полно старых документов о войне сестер, но ничего годного, кажется. Ну и зачем туда я все приперся? А нет, не заметил выемки на стене. Эксперимент номер 13. Вот Гаспрей. Взял и умер. От списка. Сейчас на босс будет. Генза. Это этот, Ходжи из Final Fantasy 7.
А, ты должно быть луная, да? Добро пожаловать, мой брат. Откуда меня знает? Мы вроде нигде не светились. А ты, я так понимаю, Генза, больной на голову лохимский экспериментатор. Моя слава летит перед меня. Я тот, кто стоит за величайшими свершениями Лохиема. Это, кажется, королева Айлайн тоже кое-что насвершала. Ха, она была слаба и труслива. Отреклась от всех, кто был ей предан, от всех договоренностей, пыталась избавиться от демонов, которых сама же и призвала. Безуспешно следует уничтожить. А, следует точнее. То есть как? О, бедная наивная девочка. Они никуда не ушли на самом деле. И помогли Лохиему укрепиться. Одновременно сея вокруг хаос и смуту. Но меня это не устраивает. Порядок должен быть нерушим. Наука придет на смену их средневековой магии. Лохием наконец-то станет свободен, так как Айлане и не мечталось. Ладно, об этом не здесь и не сейчас. Ты же гонец времени из этой замшелой Виндерии. Рад знакомству. Ну как, нравится тебе, что я тут сделал? Ну, это новый... Как он там называется-то? Наконец заработало. Устройство наконец заработало, хотя ты и пыталась помешать. А еще я подключу к нему экспериментальный портал, который мы создали, создали, чтобы переноситься куда угодно, и тогда нас никто не остановит. Ты не можешь это использовать, ты не обучен. А я учился всю жизнь. Это же громадная жертва, ты хоть понимаешь? Ты будешь вычеркнут из истории. Да, это досадно, но цена не так уж и высока. Я уже пожертвовал своим человечеством, чтобы сделать Лохием сильнее. Ради блага державы мне не жаль и моральных принципов. Какое же это благо? Что вообще ты можешь знать о благе и жертвах? Ты никогда не видела истинной мощи. Тебе не видеть ее, как... Я всем пожертвовал, чтобы здесь оказаться, чтобы остановить Нуя. Ах да, конечно, твоя мать. Что? О, Луная, ты скучала? Это какой-то обман? Никакого обмана, я люблю тебя. Но ты меня бросила. Что? Бросила Нувию на растерзание. На смерть, моя дочурка, после всего, что я сделал для тебя. Нет, это не так. Ты меня предала. Нет, это не ты, Генза. Нифига себе, что это. Ну, понятно. Да ёп. Да что такое? Прокачанный этот скилл. Я вообще не вижу смысла другими сейчас пользоваться. Ни один столько урона не наносит. А чё там, второй был? Нифига себе. Я смотрел наверх на потолок, куда это полетит. Плохо домой. Ай, убил. Слизь такой превратился. Да, ты и правда сильна. А ты мерзавец. И мне это говорит девчонка без отца, хотя
Не так, верно? Ты о чем? Понимаешь, мы так до конца и не справились с мутью, даже когда отвоевали обратно Вилет и получили доступ к их плазме. Прежними стать мы так и не смогли. Нами владела неутолимая тоска. Она гнала нас к звездам. Мы скоры на гнев и так же легко впадаем в печаль. Все это наследие болезни. Ну и синие волосы, конечно. Звучит знакомо. Надеюсь, ты уже поняла. Человек, чьей смерти ты так желаешь, наш славный император, ну и твой отец. А что, логично. Мне плевать, я его ненавижу. Он напал на мой клан. Он убил мою мать. Он умрет. Что ж, хорошо. Только сделай мне одно одолжение. С какой стати? Я не хочу, чтобы труд всей моей жизни пропал в туне. В туне, блин. Так что, когда ты, как закон наследник, займешь трон, избавь нас от демонов раз и навсегда. Пропуска. Закрытым зонам класса А. Самый высокий уровень доступа. Редко. Да, передо мной откроются все двери. Пора поставить точку в этой истории. Ну, точку этой истории мы поставим в другой раз. Сохранимся и всем до завтра, возможно.